Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Subaru Impreza. Ремонт двух небольших вмятин. Правое переднее крыло. И правое заднее крыло. Итак, начинаю ремонт. Но сначала хочу представить и посоветовать молодой канал моего знакомого. Там есть что посмотреть интересного. Переходите по ссылке и подписывайтесь. Ссылка в описании. Начну с заднего крыла. Сначала вытягиваю. Теперь работа со споттером.
Заднее крыло сделал. Теперь подшаманю переднее крыло. Вот и все, моя работа закончена. На эту работу ушло 9 часов. У меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!